Мы рады приветствовать всех поклонников большого футбола. Мы — это ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень любопытный матч нас ожидает. И смотреть мы его будем, разумеется, в прямом эфире. Сегодня Ростов встречается с Уфой. Матч вот-вот начнется, так что давай дадим свои прогнозы, пока есть пара секунд. Но мне почему-то кажется, что победят хозяева. Знаешь, а я бы никому предпочтения не отдавал. И мне кажется, будет ничья. Игра началась. Смотрим. Девич. Это может быть опасно. Убрал защитника с дороги. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Игбун. Дмитрий Стоцкий. Отлично сыграно, надо решать. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Девич. Нобо. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Игбун. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли последняя. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Марко Девич. Хотелось бы, чтобы он удивил нас сегодня. А ты от него чего ждешь? Великолепную игру показывает сегодня нападающий. Постоянно идет в атаку. Очень здорово действует во всех аспектах. Дмитрий Стоцкий. Игбун. Посмотрим за этой атакой. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Могилевец. Девич. Сердар Азмун. Хорошая игра защитника. Чисто сыгран. Терпеливо ждут они своего шанса. Это может быть опасно. И пробил. Соперник подаст угловой. Надо быть внимательнее. Мяч ушел от игрока обороняющейся команды, значит, угловой. Игбун! Удар головой и выше ворот.
Павел Могилевец. Дмитрий Стоцкий. Тут может что-то получиться. Плохо сыграно, мяч потерян. Павел Могилевец. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Игрок поспешил, залез в офсайд. Арбитр на бровке поднимает флажок и фиксирует положение вне игры. Может получиться интересная атака. Но бот! Игбун. Слушайте, ну это просто Барселона. Удар! Удар! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Это угловой. Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Совсем не обязательная потеря. Терентьев. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Азмун. Красиво сыграл вратарь. Мяч ушел на угловой. Могилевец. Пока неплохо. Сердар Азмун. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Пауревич. Игбун. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Опасно! Отличный сейв вратаря. Хорошая игра головой. Мяч остается у них. Игбун. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Много остановок у нас было. 4 минуты, судья добавляет. Игра головой позволяет им сохранить мяч. Итак, первая половина встречи завершена. Пока ничья. 0-0. Погода сегодня не радует. Это ладно, мы сидим в теплой сухой кабине, а игроки, болельщики, судьи непросты. Ну, по такой погоде вряд ли нам стоит ожидать сегодня искрометного футбола. Отлично сыграно, надо решать. Иван Пауревич. Могла команда сейчас выйти вперед, но на табло по-прежнему ничья.
Это может быть опасно. Удар! Опасно! Так, теперь надо отбиться на угловом. Статистику угловых на ваших экранах. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. А тренер хозяев тем временем готовит замену. Игрок уже у кромки поля, ждет отмашки арбитра. Тут может что-то получиться. И перерывает защитник эту передачу. Неплохо действует игрок, мяч от... Какой удар! Это угловой удар. Замена. Интересно, перестроится ли как-то команда после нее. Могилевец. Защитник перехватил передачу. Решил пробить. Слухи давно ходили об интересе Манчестер Юнайтед к новой покупке, но сегодня дошло до конкретики, насколько я знаю. Есть у тебя что-то на этот счет? Да, сложный процесс по покупке игрока получился, но игра стоила свеч. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Мяч у вратаря, все в порядке. Игбун. Азамат засеял. Может получиться интересная атака. А сейчас вперед можно выйти. Сейчас как никогда близки они были к тому, чтобы повести в счете. Игбун. Посмотрим за этой атакой. Тем временем соперник перехватывает мяч. Забирает мяч голкипер. Это может быть опасная атака. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Двадцать минут до конца основного времени матча. Марко Девич. Дмитрий Стоцкий. Пока неплохо. И тут может быть опасно. Какой шанс у Алекса Хантера? Павел Могилевец. Девич. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. 15 минут до конца основного времени матча. Поровну команды владеют мячом, да и игра примерно равна. С тобой трудно не согласиться, Георгий. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку.
На пару решили разыграть эту комбинацию. Потерял он мяч, но кому он достанется? Сейчас замена будет в команде хозяина. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Дмитрий Стоцкий. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. А у нас сейчас будет замена. Посмотрим, как после этого поменяется игра. Александр Бухар. Это может быть опасно. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. 5 минут до конца, счет ничейный, ставки растут. Отлично сыграно, надо решать. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Александр Ерохин. Бей! Выигрывает матч! Фантастика! Брависсимо! Блестящий мяч, и команда выходит вперед. Казалось бы, уже согласились на ничью, но нет. Осталось только не потерять самообладание и довести дело до конца. Мяч влетел в сетку от штанги. Плотный, смачный такой удар получился. До последнего казалось, что мяч летит мимо ворот, но в последний момент он взял и нырнул в самый угол. Под самый занавес матча забит этот мяч. Наверное, это означает победу. Ну, какие-то пара-тройка минут еще все-таки есть, и на одну атаку их вполне должно хватить. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Надежно играет защитник. Атака прервана. Дмитрий Стоцкий. Надо забивать последний шанс. Им надо показать свой лучший футбол, чтобы сравнять счет по этой атаке. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Арбитр дает свисток. Игра завершается со счетом 1-0. Сегодня одна из команд явно рассчитывала на большее, но все, что ей достается, это горечь поражения. И, как мне кажется, поражение абсолютно заслужено. Я с тобой здесь абсолютно солидарен, Георгий. На победу команда явно не наиграла.